Здравствуйте, друзья! Новый сезон программ «По простому о сложном» 2015 года мы начинаем с темы, посвященной ловле радужной форели на коммерческом водоеме. Почему мы выбрали именно такую тему для сегодняшней нашей передачи? Потому что нерестовый запрет уже начался, а это значит, Володь? Это значит, что с лодки мы уже не имеем возможности порыбачить даже в черте города, а с берега особых результатов это нам не принесет. Вывод. Обязательно ехать на платный водоем, где мы можем получить удовольствие за ловлей такой замечательной, красивой и очень сильной рыбы, как форель. Собственно, мы сегодня и здесь. С чего обычно начинается каждая форелевая рыбалка? С подбора снастей, которыми будем ловить. Немножко расскажу про свою, потому что она уже в сборе, то есть ее доставать не нужно. Форелевые спиннинги, они имеют определенные особенности и во многом отличаются от спиннингов, которые мы привыкли использовать под ловлю наших речных типичных хищников, то есть там для окуня, для судака. Особенность заключается в том, что они редко превышают 2 метра. Скажем так, наиболее оптимальная длина это 6 футов 6 дюймов, то есть это 1,98 м. То есть коротыши? Да, конечно. Коротким удилищем очень легко выполнять забросы, потому что забросы для форели не особо нужны дальнобойные. И очень удобно делать проводку и вываживать рыбу. То есть, другими словами, дальнобойность нам не нужна, нам необходимо подать приманку в необходимое нам место. Да, да? И... скажем так, и провести ее очень качественно, потому что форель рыба непредсказуема, ее поведение меняется, скажем, даже не по часам, не по дням, а по минутам. Допустим, мы бросаем в одно и то же место, мы извлекаем там форель за форелью, а потом хопа, и клев как обрезала. Короткими удилищами мы можем санимировать нашу приманку таким образом, что она не будет делать какие-либо резкие движения, если они неуместны в данное время. Потому что пассивная рыба, она предпочитает равномерную игру приманки, которая не слишком шевелится в горизонте. Ну, об этом немножко потом. Ну и все-таки есть какие-то кардинальные отличия микроджигового удилища от форелевого удилища? Да, конечно, есть. Учитывая то, что тест микроджигового удилища, скажем так, рокфишевого и форелевого приблизительно одинаковый, то есть в районе 5-7 грамм, это верхний тест, разница кардинальная по строю. То есть если у рокфишевого удилища, которое мы ловим окуньков, строй фаст-экстра-фаст, то есть быстрый-экстра-быстрый, при нагрузке гнется вершинка, и только при вываживании рыбы включается уже весь бланк, скажем так, практически до половины, то форелевое удилище оно представляет собой медленный строй, оно гнется практически от самой ручки, и только вот такой вот строй позволяет нам доводить форель до подсаки. Объясню почему. Просто, как вы все знаете, в форелевой ловле запрещено использовать крючки, имеющие оборотку, потому что форель рыба нежная. У форели очень чувствительное тело, у нее очень чувствительные губы, и малейшее повреждение рта влекут за собой, ну, летальное последствие для нее. Вот. Мы говорим это в ракурсе спортивной рыбалки, то есть мы подразумеваем сегодня спортивную рыбалку. Конечно. Принцип поймал, отпусти, поэтому травматизм рыбы нужно свести к минимуму. Да. Вопрос. И собственно, вот такой вот строй позволяет при наличии безбородых крючков доводить рыбу до самого берега. И опять же таки вываживание происходит определенным образом, спиннинг держится не кверху, а держится к низу, поэтому они нужны коротыши. То есть длинным удилищем очень будет проблематично держать его. И чтобы максимально вниз подвести к подсаку. Да. С удилищем мы разобрались. Еще раз напомним границы теста удилища для форелевой ловли. И средний диапазон верхнего строя для удилищ, которые приспособлены для ловли форели, приблизительно грамм 5. То есть 4-5 грамм – это верхняя граница, наиболее оптимальная. Граничный тест удилища 4-5 грамм. Оптимальная длина удилища до 2 метров. Строй. Строй медленный. Часто звучит термин «вяжущее удилище». Используется ли этот термин и в каком его понимании, как его трактовать на доступный всем язык? Сленг «вяжущее удилище», ну, очень интересен и очень популярен, и часто применяем, особенно при выборе удилища в магазине. Я понимаю этот термин под тем, насколько удилище может просечь рыбу и в этот же момент справиться с ее вываживанием без каких-либо провалов. Что касается ловли форели, провалов здесь вообще в удилище быть не должно. Используя безбородый крючок, да? Да, провалов быть не может. Он не простит провал. Даже не безбородый крючок, тут даже дело в самом удилище. Потому что поведение форели, которую ты вываживаешь, до такой степени непредсказуемо, она и свечи делает, и под воду уходит, и резко из глубины поднимается наверх, что удилище, имеющее, скажем, неравномерный строй, ну, рокфишевый строй, например, там, бутылочное горло, да, так его образно обзовем, там будут провалы обязательно, потому что резко натягивается, резко она также сама ослабляется. И только вот разница в отыгрывании этой рыбы удилищем может сократить очень быстро эти провалы. То есть вот, собственно, вяжущее удилище. Позволяет их сгладить. Да. Катушка. Катушка. Бытует мнение, что для ловли форели оптимальнее всего использовать катушки тысячные, 1500, 2000 размеры по классификации Дайва и Shimano. Это такие классификации, которые там признаны во всем мире, и рыболовы ориентируются на них. Безусловно, это не истина, потому что маленькие катушки, соответственно, имеют небольшие механизмы внутри. Вот эти шестеренки, они иногда даже очень схожи с часовыми механизмами, имеющие маленькие зубцы, и при вываживании крупной рыбы эти зубцы очень быстро приходят в негодность. То есть катушку нужно постоянно проводить ТО, и мягкость ее хода тоже будет со временем падать, да? Да, не радовать рыболова своим ходом. Какого размера предпочитаешь ты катушку? Я всегда ловлю любую рыбу с берега на размер 2500 по шимановской классификации. То есть размер, на мое мнение, оптимальный. Объясню почему. Потому что шестерни здесь в 2500 размере уже довольно большие, они справляются с вываживанием рыбы, хорошо справляются, вот, и как бы они долговечные. И к тому же, так как снасть утонченная, спиннинг не длинный, он имеет малый вес, и, соответственно, сюда нужна легкая катушка. Поэтому я использую, ну, скажем, топ, то, что сейчас есть, это Shimano Stella 2014 года, 2500 размер. Вес ее 220 грамм, что очень хорошо сочетается с легким весом удилища. Передаточное число? Передаточное число. Здесь отдельный вопрос. Есть просто у Shimano катушки, которые специально разработаны для ловли форели с высоким передаточным числом. Они обозначаются аббревиатурой HGS. То есть у меня здесь 2500S. Это обозначает, что размер 2500, а шпуля S — это shallow шпуля. Скажем, низкопрофильно. Она не глубокая, она рассчитана под использование тонких шнуров. А HGS — это High Gear. То есть High Gear — это повышенная передача. То есть у меня 5,2, а в High Gear там в районе 6, а то и 6 к одному, 6,1 к 1. За один полный оборот катушки у меня ротор вокруг шпули вращается 5,2 раза, а у катушки с повышенной передачей ротор вращается 6 раз. То есть катушка с высокой передачей выматывает приманку быстрее и, соответственно, рыбу. Подводя итоги по катушке. Катушка должна быть максимально легкой, чтобы гармонировать по весу с удилищем. И размер катушки от 2 до 2,5 тысяч по рекомендации Володи. Володь, что в основном используют для ловли форели? Леску или все-таки шнур? Ну, на самом деле есть два вида ловли форели. Это стримовая ловля, ловля на течении в горных реках там, и в разных таких водоемах, которые имеют быстрое течение. И арийная ловля, то есть чем мы сейчас и будем заниматься. То постоячие есть, да, это ловля в ограниченных акваториях, в основном частных, в стоячих водоемах. В общем, и там рекомендуется по всем канонам использовать леску. Почему? Потому что, как я уже говорил, при вылаживании форели она там делает разнообразные кульбиты, и леска, она также имеет растяжимость порядка 20–30%, все зависит от вида лески. И эта растяжимость в совокупности со строем удилища, она гасит эти рывки и, как ты уже сказал, делает снасть вязкую. Очень похоже, знаешь, как к резинке привязал, да, и рыба не имеет вообще шансов каким-то образом ослабить вот это натяжение, чтобы освободиться от крючка, то есть, чтобы она не делала. Избежать схода. Да, но в леске есть один такой ключевой для меня лично нюанс – это растяжимость, опять же таки. Она вредит при проводке. Если, допустим, ловить на чисто наколеблющиеся блесны, на воблеры, на разнообразные кренки, активные приманки, скажем, которые имеют свою игру и достаточно только ее контролировать удилищем, то растяжимость, она даже помогает, потому что когда рыба садится, зачастую даже ты не чувствуешь, что она садится. То есть ты чувствуешь, когда уже она начинает... Не сбиваешь свою игру. Да. Когда она начинает уже сопротивляться. И из-за того, что ты не чувствуешь, ты ее раньше времени не подсекаешь. Она имеет как бы вот эти полсекунды. За полсекунды она садится на крючок таким образом, что ну, довольно надежно, и ты можешь ее вытащить. Но так как ловля форели подразумевает использование не только активных приманок, но и резины при пассивном ее клеве, то леска здесь будет немножко неуместна, потому что чувствительность снасти здесь выходит на первый план. Ведь монтажи мы огружаем очень малым весом головки, примерно 0,2 грамма, 0,5 грамма, то есть до грамма. А при наличии растяжимости лески эти полграмма мы не сможем нормально провести, проконтролировать вот этот нужный горизонт проводки, который нам нужен для поклевки. Поэтому я использую шнур. Опять же таки, важный нюанс при использовании шнура является грамотно отрегулированный фрикционный тормоз. Потому что если леска может растягиваться, то шнур растягиваться не может. А рывки рыбы не всегда сглаживает удилище. Для этого фрикцион должен быть не слишком затянут. Потому что рыба уходит там на свечу или она резко в сторону куда-то уходит. Тонкий шнур, потому что толстым нет резона просто ловить форель, обрывается. Грамотно фрикцион затянули и имеем при рывках приятный звук. Приятный звук, который хочет услышать каждый рыболов. Представь ситуацию. Соревнования. На соревнованиях допускается ловля и на силикон, и на колебалки блесны. Что ты будешь делать? У тебя с собой на соревнованиях два удилища, оснащенное одно леской, другое шнуром? Или ты все-таки отдаешь предпочтение шнуру и остаешься на шнуре? Да, я все-таки остаюсь преданным шнуру и ловлю непосредственно только на него. Но делаю один небольшой такой, скажем, финт. Когда ловлю на активной приманке, то есть колебалки, блесна, более тяжелые воблеры, да, которые имеют там свою игру, немного ослабляю фрикцион. Объясню почему. Для того, чтобы он иногда похрустывал во время такой более агрессивной проводки. И когда садится рыба, как правило, активная рыба клюет на активные приманки, она ее атакует очень резко, она ее хватает и сразу же начинает куда-то с ней убегать. С леской очень хорошо можно управляться, потому что она имеет растяжимость, а шнур, чтобы он не порвался от резкого рывка, во время которого еще удилище не успело его отыграть, помогает немножко под ослабленный фрикцион. Но опять же таки, после первого рывка, вот когда ты уже понял вес рыбы, когда ты уже, скажем так, контролируешь ее поведение на удилище, рекомендуется немножечко поджимаешь его обратно, чуть-чуть, да? Совсем чуть-чуть подкрутить, чтобы все-таки был этот момент непосредственно контроля рыбы на удилище, чтобы у нее не было возможностей вот за миллисекунду немножко вымотать, сделать ослабление и выплюнуть приманку. То есть все это дело непосредственно на опыте нужно нарабатывать. Это за один раз очень сложно. По поводу сечения шнура. О, вопрос очень интересный. Очень интересный. Объясню почему. Потому что на каждом удилище есть допустимый тест шнура. То есть в данном случае мы используем арену 2,5 ЛБ, 5 ЛБ. То есть шнур, имеющий разрывную нагрузку больше 5 ЛБ, сюда ставить нет никакого резона. Почему? Потому что при критической нагрузке на снасть, если мы превысим этот допустимый тест, будет удилище не двухчастником, а трех-четырехчастником. Повреждение на удилище. Да. В данном случае какой шнур ты используешь? В данном случае я использую SunLine Small Game диаметром 0,2 по японской классификации, что в переводе на наши привычные диаметры равняется приблизительно 0,09 там с большим-большим таким хвостиком. Но это в фидерной ловле уже, грубо говоря, размер поводка. Размер поводка, наверное, на самую-то маленькую рыбу. Ну, осенью, да. Осенью и весной это точно по прозрачной воде. А разрывная нагрузка этого шнура как раз является максимально разрешенным тестом по шнуру для этого удилища. То есть 5 ЛБ. А 5 ЛБ равняется ориентировочно 2,5 килограммам разрывной нагрузки. Еще один вопрос, вытекающий из предыдущего. Если, как и в данном водоеме, рыба запущена больше 2,5 килограмм, это не редкость. Здесь экземпляры попадаются и 3200, я знаю, и 3, и... Ну, грубо говоря, 3,5. 3,5 превышает тестом на 1,3. Превышает тестом, да. Как ведет себя удилище и что делать в этой ситуации? В этой ситуации, опять же таки, нас спасает... Фрикцион. Фрикцион. Правильно отрегулированный фрикцион, он не дает рыбе порвать самое слабое звено снасти, это узелок, который соединяет флюорокарбон и основную нить, в данном случае это шнур. А также с помощью фрикциона мы можем вот такую вот мамку, да, там 3-3,5 килограмма морить, и морить довольно существенное время, потому что форель очень сильная рыба, и без боя она не сдастся. Как бы без боя не сдается ни в коем случае. Вот мы и подошли к флюорокарбоновому поводку. Расскажи, какой диаметр у тебя поводка? И зачем он нужен. И зачем он нужен, абсолютно правильно. Да. Флюорокарбоновый поводок обязательно должен быть использован в снасти со шнуром. Потому что шнур сам по себе, он имеет цвет, он имеет определенный диаметр. Ну, в данном случае цвет он розовый, да, немножко потерял цвет впоследствии ловли. Да. В воде он для рыбы очень заметен, в принципе. А такая осторожная рыба, как форель, ну, может негативно к этому отнестись, и поклевок у нас будет существенно меньше. Для этого флюорокарбон. Флюорокарбон, опять же таки, это очень интересный материал, который был изобретен чисто случайно, скажем так. Флюорокарбон использовали раньше, он пошел от нефтебуровых вышек, вот, его использовали для каких-то там своих целей, и впоследствии поняли, что очень хорошо можно его использовать также и в рыбалке, потому что угол преломления света во флюорокарбоне приблизительно равен углу преломления света в воде. То есть рыба вот этот материал в воде практически не видит. Вот. И для этого мы его используем, чтобы рыба видела только нашу приманку. И все. Диаметр? Диаметр флюорокарбона для ловли форели я использую от 0,12 до 0,18. 0,12-0,18 при этом шнуре в 0,09. При этом шнуре 0,09, 0,2 по японской классификации. И опять же таки, все зависит от веса форели и от ее поведения конкретно в данный период. Если она мега пассивная, если там нужно ее на резину, ну скажем, там замерше стоять вообще, ну как бы скованные абсолютно, и делать такую проводку, ну как бы вообще супер равномерную, супер реалистичную, тогда использую 0,12. Там, невзирая даже на то, что при резкой поклевке там она может оторвать. Ну, там, с фрикционом уже приходится играться, потому что каждая поклевка на вес золотом. А если она более-менее активна, то она не сильно присматривается как бы к этому параметру, и тогда я использую 0,18. В данном случае это 0,165. Давай подведем итоги по первой части нашей программы. Еще раз скажем о тесте удилища, об ее размерах, о размере катушки. Друзья, в общем, удилище должно не превышать длины 2 метра. То есть наиболее распространенная длина это 6 футов 6 дюймов, что равняется 1,98 м. Строй должен быть у него, у удилища, медленный, потому что мы ловим очень сильную рыбу, и для того, чтобы погасить ее рывки, нам нужен специальный строй удилища. Катушка нужна максимально легкая, вес, чтобы ее, ну, по возможности не превышал 220-230 грамм. Ну, 230 это, наверное, даже уже немножко будет и перебор, скажем так, ну, 220 грамм. Размер катушки 2000-2500, меньше нет резона ставить. И что должно быть намотано на катушку? Катушку, дорогие друзья, по выбору. Или шнур, или леска. И в том материале есть свои плюсы, есть свои минусы. Но если вы используете шнур, то он должен быть разрывной нагрузкой не более 6 ЛБ. Потому что если он будет более толстый, мы уже будем наносить урон при... максимальной нагрузки на удилище, а леска примерно 0,12-0,14 миллиметров по нашей привычной классификации. Что ты принес мне? Тебе? Расскажи. Да, на что я сегодня буду ловить? Ты будешь ловить сегодня на очень интересное удилище. Оно также форелевое, безусловно. Чисто форелевое? Чисто форелевое. Это... изобретение наших японских друзей. Да, японских друзей, которые являются образцом для всего рыболовного мира, в том числе мировой общественности. Fishing, да, зародился именно, да, в Японии. Да. Длина его. Какая длина у его? 6,6. 6,6, то есть это 1,98 м. Как бы они одинаковые абсолютно по длине. И тест... приблизительно до 12 грамм. Объясню, есть один нюанс. Это удилище не чисто арийное. Оно рассчитано на использование как в ария-фишинге, так и на стримовом фишинге. То есть оно универсальное. Ты можешь ловить как в ручье, так и здесь. Вот. Но лучше, конечно, под каждую из этих видов ловли использовать конкретное, отдельное, специализированное удилище. Легкое, приятное удилище. Посмотрим, как оно будет вязать рыбу и какую я катушку буду сегодня использовать. А катушку, и что буду? А катушку со шнуром ты или... будешь использовать сегодня со шнуром 2500. Тоже Shimano, тоже Stella, но немножко раннего выпуска. 2010. Со шнуром немножко толще, чем у меня. По японской классификации его диаметр звучит как 0,3. Решеточка 0,3. И разрывной нагрузкой в 6 ЛБ. То есть как раз в разрешенном диапазоне. Которое позволяет удилище. Да. Есть. Это на сегодня будет моя снасть. Наша снасть собрана, и мы переходим ко второй части нашей программы – приманкам. Скажи, с чего необходимо формировать набор форелятнику, начинающему форелятнику, как я, для ловли на коммерческих водоемах данного типа? По общепризнанным канонам, скажем так, которые пошли от японцев, самой распространенной, самой уловистой, самой универсальной и потрясающе эффективной приманкой является колеблющаяся блесна. Во-первых, она очень обтекаемая, летит далеко, имеет свою собственную игру, то есть не нужно применять какие-то супер-мега навыки для того, чтобы ее провести. Можно сказать, что блесна непривередливая к технике рыболова и прощает некоторые ошибки? Да, да, конечно. Но, опять же таки, с ростом мастерства у рыболова появляются какие-то определенные фишки при анимации блесны, которые дают непосредственно очень хорошие результаты. К тому же, блесна имеет свою игру, и ее проводка довольно быстрая. То есть за короткий промежуток времени мы можем обловить достаточно большую акваторию. То есть если мы на одну вымазку стали и делаем веерные забросы, то это будет буквально забросов 5. И если рыба не отзывается, и мы ищем активную рыбу, да, мы перемещаемся на следующую. А если с резиной, то эти 5 забросов займут очень много времени. И теперь конкретно, с какой блесны, с какой навески, с какой формы необходимо начинать. Представим, что моя коробочка пуста, даже если она не пуста. И тебе нужно ее чем-то наполнить. И мне нужно чем-то наполнить. Вот хорошо. Ты можешь выбрать, к примеру, 5 блесен, с которых следует начать. Хорошо. По форме и по весу. Выбираем. Выбираем. Напомню, что по тесту моего удилища до 6 грамм. До 6 грамм. Не переживай за удилище, тебе напрягать его сильно не придется, потому что основные веса, используемые при ловле радужной форели, это 2,5-3,5 грамма, то есть до 4, да. У тебя удилище вполне позволяет с этим весом блесен справиться. Вот такие они все яркие, красивые, замечательные. 5. 5. Выбираем 5. Давай покажем еще твою коробку с блеснами. Ты покажешь, какое количество у тебя их уже на сегодняшний день. Угу. Ну, это далеко... Чтобы показать, что эта задача не из простых. 5. Именно выбрать 5. Это далеко не весь ассортимент, который у меня есть. Скажем так, это ассортимент колебалок, в которые я верю. Потому что вера рыболова в приманку, она обязательно дает свои результаты. Если приманка там самая суперская, но рыболов в нее не верит, он никогда в жизни на нее не поймает. А если он в нее верит, то пусть это будет там какая-то пробка от бутылки, поставит тройник. Ну, это, конечно же, все образно, да. Он забросит и поймает рыбу. Начнем с расцветки. Форель – это очень такая интересная рыба, которая в процессе своей эволюции имеет какие-то определенные предрасположенности к конкретному цвету. В частности, это розовый цвет, вот, потому что там очень-очень давно она жила в море, форель, она питалась креветками, креветки розового цвета, и она очень любит розовый цвет. Скептики скажут, нет, креветка она серая в естественной среде, но есть очень много видов креветок, и конкретно форель питалась именно розовым, поэтому к розовому цвету у нее предрасположенность. Также к оливке. Оливка и вот какие-то производные от оливки, такие темные цвета, тоже форель очень любит, потому что она рыба всеядная, она ест как мальков, как всяких разных креветок, так и насекомых. Большинство насекомых имеют вот такой вот естественные цвета. Оливковый защитный цвет. Да, темные цвета. Вот. Также форель очень любит цвета, которые действуют на контрасте. Если у нас, допустим, здесь в водоеме там илистое дно, да, и, скажем, такая атмосфера не красочная, не яркая, то контрастная приманка будет давать очень хорошие результаты. Это или ярко-кислотная какая-то блесна, либо классика в виде там серебра, бронзы, либо чисто белая, молочно-белая. Для того, чтобы на фоне дна выделить свою приманку. Да. Цветовыми параметрами нужно постоянно пользоваться, постоянно менять цвета, потому что, как я уже говорил, поведение форели меняется, ну, вообще в зависимости от непонятных для человека причин. По форме и по весу. По форме и по весу. Мы приехали на водоем, мы здесь в первый раз, представим, так, что мы здесь первый раз. Я сейчас вычеркну 2 года, проведенных на этом водоеме из жизни. Я представил, что я здесь первый раз. Да, и мы делаем первые забросы. То есть какая блесна летит в воду в первый раз. Первый заброс. Кстати, мы это и проверим. Мы сейчас выберем 5 блесен. Одна из них прилетит в воду первой, именно которую ты сейчас выберешь. Вот именно с ней я и сделаю свой первый заброс. Сразу тебя предупреждаю. Я тебе дам такой маленький презент. Вес блесны, безусловно, зависит от глубины водоема. В нашем водоеме глубина какая, Максим? 2 года. Дно равномерное. Глубина водоема в самых глубоких местах до 2 метров. Угу. Идет резкий свал от берега на расстоянии буквально 1,5-1,5 метра. Ну, в данном случае. Нюансы, которые особо... Ну, где-то 1,5 метра, глубина 1,5 метра. Которая роль играет уже для резины, эти бровки, все перепады. Для такой глубины, учитывая толщину шнура, следует использовать блесну 2-2,5 грамма. То есть вот как раз та, которая нужна. Это у нас SV Fishing, украинский производитель. SV Fishing, блесна 2 грамма, называется она Кокетка. Это наиболее распространенная форма блесны, которая имеет очень хорошую игру. И я всегда начинаю с блесен как раз вот такой формы. Первая блесна, которая полетит в воду, но она не яркой расцветки. Она не яркой расцветки. То есть максимально природная раскраска. Да. Опять же таки, нужно обратить внимание на то, что она будет идти в среднем горизонте. На этой глубине она будет проявлять все свои плюсы. То есть если мы будем ее поднимать выше, соответственно, мы будем делать больше оборотов катушки, и ее игра уже будет сбиваться, она будет как бы уходить в штопор. То есть, чтобы она не уходила в штопор, нужно ее вести более медленно. И приблизительно она будет как раз в этом горизонте идти. Если на нее будут там сразу же очень много поклевок, рыба будет реагировать очень активно, тогда нужно будет применять блесну, которая имеет немного больше вес. Для чего? Для того, чтобы наши проводки, то есть от момента заброса до момента того, когда мы достаем приманку из воды, уходило как можно меньше времени. Рыба активна, и зачем нам тратить много времени на проводку, если мы можем ее поймать на блесну, которая идет быстрее. То есть для этого мы будем использовать блесну IndyVid, которая имеет некоторые особенности от кокетки. То есть, в принципе, по форме, да? Да. То есть, в принципе, это даже можно посмотреть. Более толстая. Да. И если здесь есть ребро жесткости, то здесь ребра жесткости нет. И более толстый металл и чуть-чуть больший объем. Она дальше летит и обеспечивает чуть-чуть быстрее проводку. То есть, это она. Но она тоже не яркого цвета. Не яркого цвета. Будет у меня сегодня яркого цвета? Будет, но немножко позже. Сейчас мы говорим об SV Fishing блеснах, но это касается, в принципе, любого производителя. То есть под данный водоем мы выбираем неяркие цвета, максимально реалистичные раскраски, вес 2 грамма. 3,90. 3,90. И сейчас мы переходим к самым, скажем, верхнему и нижнему тесту. Так. Но, опять же таки, хочу немножко тоже сказать. Ты будешь ловить на реалистичные приманки, а я буду ловить на ядерные. И мы посмотрим, на что рыба будет откликаться быстрее. Ловля в паре, она всегда предполагает рост профессиональный обоих рыболовов. Почему? Потому что одному очень сложно понять особенность водоема и подобрать оптимальную приманку. У тебя просто этой приманки может не быть, это раз. Во-вторых, у тебя есть какая-то полюбившаяся приманка, которую ты просто вот, ну, не хочешь изменять, и все, и тебе нужно как бы, да, себя морально поломать, чтобы поставить другую. А сколько людей, столько мнений, и, как правило, можно очень быстро находить тактику и стратегию для достижения успеха. Собственно, чем мы сегодня и будем заниматься. Затем... Не заслуживаю я на яркие приманки, да? Заслуживаешь, но... Со временем. Все придет со временем. Постепенно, степ-бай-степ. Затем, если мы ловим рыбу, активно ловим рыбу, она активна, водоем у нас ограниченный, рыба она не глупая, поэтому этот вид и насчитывает там миллиарды лет. Для того, чтобы до нее добросить, мы будем использовать, ты будешь использовать, я буду использовать. Да, ты будешь использовать блесну прогонистую, которая далеко летит, она идет менее объемная и не будет создавать помех своим телом в воздухе. Вес ее 4,8 грамма, то есть это уже немножко больше. Вот. И имеет она игру активную. Объясню, для чего она нужна. 4,8 грамма. Водоем 2 метра глубиной. Так. Если мы будем использовать блесну, которая имеет неактивную игру, там, скажем, там, вот такую вот, она очень будет быстро якориться и падать на дно. А вот быстрая игра, она позволяет держать приманку в горизонте даже на небольшой глубине. То есть проводка должна быть дальний тоже на ней быстрая. Дальний заброс, быстрая проводка. Дальний заброс, более-менее быстрая проводка, но, как правило, проводку диктует сама блесна. Ее игра. Ты не сможешь вести ее быстрее, чем она может играть. Кончик удилища отыгрывает, и когда блесна входит в штопор, кончик играет очень быстро, как вертушка. Оптимальная игра блесны, когда кончик вот тутух, тутух, тутух. То есть блесна совершает колебания справа-влево, вправо-влево, вправо-влево. И по кончику удилища это очень хорошо видно. Это дальнобойная блесна на случай, когда рыба отойдет. И заметь, она уже несколько другой расцветки, приближенная к яркой. Скажем так, уже к яркой. Нейтральная. Переход к яркой. И наконец-то сбылась мечта. Да. Яркая блесна. Мега яркая блесна. Мега яркая блесна, такая кричащая. Вес ее 2,5 грамма. То есть, что тоже очень хорошо подходит и под тест удилища, и под наш водоем. Но, что интересно, она имеет существенные особенности. Очень оригинальную форму, Вот такая она. Но она кардинально согнута, отличается от предыдущих согнутая блесен. Посередине. Она называется глиссер, это тоже SV Fishing. Что такое глисс? Это гладить. То есть, ну, понятное дело, что даже по названию можно понять, что горизонт ее проводки – это верхние слоя. Если рыба активна, особенно под вечер, она выходит наверх, чтобы покормиться или каким-то мальком, или упавшими насекомыми, либо, ну, рыба что же не глупая, ее кормят на частных водоемах комбикормом, бросают, выплывают на лодке, бросают комбикорм, и она привыкла, что ее будут кормить там поверху. И у нее, как у собаки Павлова, под вечер вырабатывается инстинкт подниматься наверх и искать оттуда пищу. То есть так, это блесна как раз для нее. Верхняя. Дальняя. Дальняя. Средняя. И средняя дальняя. Средняя дальняя и, скажем так, оптимальная. Оптимальная для начала. Да, да. С беснами мы поговорили, отложили 4 штуки. Пятая у тебя про запас, пятую я еще выпрошу. Я их откладываю к себе. На некоторых крючках нужно будет тебе загнуть бородки, потому что форелевая ловля предполагает использование только безбородых крючков, но об этом немножечко потом. А сейчас хотелось бы поговорить, собственно, о крючках, потому что не все блесна форелевые оснащены непосредственно безбородыми крючками. Правила международной ловли предполагают ловлю только на безбородые крючки, и строгий судья, который стоит за спиной у каждого рыболова, после того, как ты поймал рыбу, судья на выбор может проверить твой крючок, либо не проверить. То есть они, как правило, все одеты, ну, в довольно такие солидные ткани, которые там, ну, имеют там очень такое плетение, скажем, тугое. И если загнать крючок, который имеет хоть там какую-то маленькую бородочку, либо он был некачественно запилен, загнута бородочка, то она потянет нитку. Вот. Если потянула нитку приманка, то рыба, абсолютно вся рыба, которую ты поймал в туре, она считается недействительной. То есть судьба и результат тура 0 баранка. Ну, это практически приравнивается к дисквалификации. Ну. Взяла на наш прибрежный, скажем так, вариант на IndyVid 2,5 грамма весом. Вот, взяла в толще воды. Будем выпускать.